Вы смотрите канал улицы Москвы. У нас с этого дня снова выпуски по 5 минут. Ну, во-первых, скоро зима. Во-вторых, есть еще некоторые причины для этого. Определенные, так скажем. А сейчас мы побываем в Марксистском переулке, что находится в Таганском районе, близ улиц Таганская, ну и, собственно, Марксистская. Сейчас пока что мы находимся на улице Таганская. Обратите внимание, здесь уже демонтировали троллейбусные провода. У нас чистое небо без проводов. Вот, но Марксистский переулок. Здесь проходит здесь также располагается тихий тупик, ведущий в парк Таганский. Мы еще побываем на нем. Сейчас зайдем по Марксистскому переулочку. Ну вот выходим на улицу Марксистская, являющуюся начальным участком Волгоградского проспекта.